Здравствуйте, дорогие друзья, канал Елена Евгений. Сегодня мы пришли на площадь Освобождения. Это у нас центральная часть города Бендер. Здесь проводится выставка-ярмарка под названием «Покупай Приднестровское». То есть основные производители сегодня выкладывают свою продукцию на продажу. Каждый год проводится данное мероприятие. Мы снимаем, смотрите на нашем канале ранние выпуски. Сейчас пройдемся, посмотрим, что представлено в этом году, как выглядит само мероприятие. Сцена, наверное, в середине. Госадминистрации, как всегда. Это не вчера устанавливали. Ну да, производители выложили свои палатки и текстиль, и пищевая промышленность, и предприниматели индивидуальные. Пройдемся кратенько, посмотрим, что есть. Мероприятие проводится с 8 утра до 2 дня. Сейчас оно в самом разгаре, мы пришли. Здесь в основном по правую сторону у нас текстиль, интерцентр люкса, демо. Слева у нас уже выпечка, потом растениеводство, удобрения какие-то. Здесь бизнес. Представляет свою продукцию, то, что мастерит, изготавливает. Поздравляем. Изделие вот. Это из стекла изделие, да? Да, нет, это я себе назвала, да. Ага, вот малый. Номер 37. Также, ага, сцена у нас не бежит. Возле администрации, как каждый год, а справа. Они видоизменили немножко. Поставили вот здесь сцену. Разыгрываем приз от предприятия «Тавыра», кондитерские изделия. «Тавыра» является одним из ведущих производителей кондитерских изделий на территории Приднестровья. В производстве продукции используются экологически чистые сыры, высококачественное сырье. Итак, номер 16. Пожалуйста, ваш приз. Само мероприятие проводит торгово-промышленная палата Приднестровья. Основной организатор. Ну, различные спонсоры. Следующий приз предоставлен индивидуальным предпринимателем Андреем Петровичем Слопата. При поддержке госадминистрации города Бендеры. Золотая капля. Это главные помощники на кухне, а главное источник незаменимых жирных кислот и витамина Е. Это новый. Брат номерок 60. Полифон, не знаю. Это новый производитель. Номер 60. Как у вас называется? Магия сна, да? Находимся вот здесь, вот в пассаже. А, я понял. Вы производители или привозите? Нет, это наше, местное. Местное? Нет. Типа сладкий сон? Семейные мастерские. Мы магия сна. Конкуренты. Не надо называть. Я понял. Ну, говорим как есть. Ничего такого. Потому что их продукцию уже много лет берем, знаем. Да, сделала хорошую рекламу. Мы столько же лет, как и он. Просто мы работали по сарафанному радио. Нас искали по качеству. Почем такая подушечка? Такая 155, там идет холопа. 50 на 70? 50 на 70. Со змейкой сбоку? Без, да. А со змейкой есть? Нет. Нету, да? Понял. Все, спасибочки, хорошего дня. Приднестровской Молдавской Республики. Номерочек. А это кто у нас производитель? 42. УПП «Рассвет», Тирасполь, общество слепых. О, я понял, знаем. Номер 42. Да. Это в основном
А это прямо делают из пластика, да? Да, да, да. Есть станки, да? Выливают? Форма. Ага, форма. Ну, это понятно, собирают с кабельного завода. Сборку делают уже. Почем вот упаковочка такая, допустим? 35 рублей. 35 рублей. А поменьше? 25. 30, что там 50. Ну, вот так вот. ПП «Рассвет». Да. Хорошего дня. Поживаем. До свидания. Да. У кого-то будет ремонт. Дома здорово. Краски тоже. Хорошо. Разыгрываем приз от бендерского хлеба. Продукции. Набор хлебобулочных изделий. Бендерский хлеб производит хлебобулочные и кондитерские изделия. Также выполняет индивидуальные заказы. Да. Здесь декоративки? Да. 8. Подходите, забирайте. Сейчас в ассортименте предприятия более 130 видов изделий. Треть из них разные виды хлеба. Боже, подойдет. Забирайте призочек номер 10. Номер 8. Так, это у нас Тирасполь Трансгаз. Нет. Хорошо. И газовые продукции. Идем дальше, но если слышите, подходите смелее. Приз, как интересно. Дениса Егоровича. А это лидер. Да? Да, окна. Егорича, извините, основателя бренда. Как они в этом году выложили, интересно, прямо на машине. Lumos Art. Свою продукцию. Набор свечей. Это бренд, объединяющий в себе производство интерьерных свечей из натурального соевого и пчелиного воска. Так, ну на заднем входе кричит. А также подарков себе. Аукцион? Или что там у нас? Розыгрыш? Так, ну здесь мы к основному подошли, букет Молдавии, знаем продукцию их представлены. И сразу и ценники видно, кому интересно, остановят, посмотрят кадр. Вина, вермуты, коньячки, шампанское. Да-да-да, ассортимент хороший. Так, что-то мы здесь пропустили. Вернусь. Ну, здесь понятно, из ручные изделия, из игрушки. Следующий приз предоставлен Дмитрием Владимировичем Флора. Медовый рай. Подарочный набор. По своему составу и полезности кремниевый ни в чем не натуральная продукция, да? Продукты, поэтому подходит для лечения. Производство Приднестровья тоже, да? Да, Новосарская лаванда. Итак, номер. Все из лаванды. Да. Мыло, масла, свечки. Антисептик, бомбочки для ванн, соль для ванн. Почем бомбочки? По 30 и 40 рублей. Ага. А это масло, да? Масло. На 10 и на 15 рублей. Почем? 75 и 100 рублей. Это можно в баню, да, использовать? Да. На камушки. Соль, да, тоже лавандовая? Соль для ванн, соль для ванн. Выиграли. У нас вся продукция на основе лавандового масла. Поняли, поняли. Первый раз вас видим. Первый раз здесь представлены бендеры? Да. Ну, хорошего вам дня. Спасибо. Удачи, до свидания. Это вот есть новые, которые мы еще не видели. Номер 7. Новые производители. Так, ну здесь у нас мед. Красота. Мед мы любим. Почем вот такой трехлитровый бутылечек? Это хороший, замечательный мед из горчицы. Килограмм стоит 100 рублей. 450 рублей выходит. Ага. А вот такой незамечательный? Он весь замечательный. Есть, да? У нас есть липа, у нас есть горчица, у нас есть подсолнух. Подсолнух вчера все готовились к ярмарке, мы качали мед. Вот можете попробовать. Угощайся, маленькая. Давай. Спасибо. Да, это, кстати, у нас у ребенка свой улик, и вот у него это вот мед, который конкретно у него. А сейчас вы дали какой попробовать из этих? Подсолнух, наверное. Подсолнух, да? Да, вчера вот который. Это называется медовая история. Это медовая стена. Вот липа есть?
Откуда? Палочка вот сюда. Слободзейский район, село Глиное. Ага. Там у вас большая, да? Ну да, у нас как бы свои поля, мы свои эти медоносные растения. Вы у нас первый раз в Бендерах сейчас? Или были уже? Конкретно в Бендерах нет, первый раз. Ну вот я да, поэтому мы же всех знаем, смотрим, что... Конкретно в Бендерах первый раз. Всего хорошего дня. Да, продажи хорошие. До свидания. Локация такая. Возле Улейка. Ага. Сотами, да? Сделай вид, что ты там работаешь возле сот. Девочки, горячие. Туда руку поставь как-то, не знаю. Так, это у нас бендерский хлеб представлен. Со своей продукцией. Кстати, бендерский хлеб нравится нам тоже. Это эклеры мы у них брали вкусные. Песочники. Цены. Интересно. Ихние багеты тоже вкусные, кстати. Вот. Цены на слоечки. Сосиски, тесто и вертуты. Он есть на пробу, можно дегустировать, да? Вот, попробуй. С творогом очень. А, вы здесь сегодня, да? Здравствуйте, конечно. Здравствуйте. Вас сняли с центральной сейчас спросим, части. Меня поставили на центральную. Я понял. Я поснимала, удалила. С творогом. С творогом, да. Вернемся с айфоном к вам. Ну, это вертута с творогом. Вкусная. У нас дегустация, пожалуйста, все пробуйте. Спасибо. Закусили, а с чем запить? Я понял. Еще тоже медовый рай. Меда много всегда на выставках. Еще и с орешками делают различные изделия такие. И почем такая баночка? 150 рублей такая. Орех? Поменьше чуть-чуть, 110. Орех в ассортименте. Да. Есть с сухофруктами еще. Вишня вяленая, инжир и курага. А такая баночка почем? 110. Ну, фисташкового орешка здесь нет. Нет. Не понял. Отлично, красота. Хорошего дня вам. Спасибо. Да. И вам всего доброго. Дальше идем. Так, это сыры, это мы не у них брали, да, в другом месте? Да, у них разные здесь так. Какая красота. Цены за 100 грамм, ну, можно умножать, сразу понять, сколько за килограмм. 360 рублей килограмм. 390. 280. Уже тарелка будет. Такого цвета. 350. Хочешь зеленый, хочешь розовый. 30 рублей. Ну да, шарик такой. 30 рублей штучка. Можете вынести? На наш. Да, сейчас супруга сделает. Сейчас притулимся. По итальянским технологиям, да? Да, все. А, да, знаем. Смотрим вас в Инстаграме. Да? Да. Не говорят, мы за вами следим. Следим? Не-не, мы не следим. Они так. Еще за нами следим. Так, у нас здесь еще мед. Данич, пасечник. Вот какая красота. Соты как красиво выложили. И вот так. Можно купить такую красоту. Почем? Свободно. 35. 35 вот такое уже в изделие в дереве, да? Да. Можно в рамочку, да. И дома. Хотите без рамочки, хотите разрезать. Ага, понял. Цены видно. Сейчас купим, дочь. Чак-чака нету, да?
медовуха наливают. Так, общий обзор. Сейчас продолжим. Здесь тоже мед. Это у нас все натуральные сухофрукты. С другой стороны палочки можно попробовать кекс. Это немножко вяжет рот, но достаточно для того, чтобы справиться. Почем такая упаковочка? 45. 45, 180 грамм. Что такое урбеч? Это паста из семян, либо из орехов, перемолотая через каменные жернова. Вся продукция без сахара. С чем она кушается? Можно в чистом виде использовать, не обязательно куда-то добавлять. Можно в кашу добавить. На каждой баночке у нас есть... Медовый квас, медовуха. И почем? Медовуха и медовый квас? Маленький стаканчик, медовуха 10, квас 5. 5, большой. Большой 15. 15, да? Ага. Спасибо. На пасечников всегда много. Приезжаю с разных районов Приднестровья. Нет, богато. Майский почек. Так, двигаемся дальше. Семейная мастерская биопродуктов. Вот, держите. Спасибо большое. Меда тут много. Много меда, много, очень. О, и чак-чак есть. Почем чак-чак, хозяйка? 25. Нынче дороже, чем в прошлом году? Нет. Тоже 25? С орешком? В прошлом году был 35. С орешком? Да. Торговая цена. Дайте нам упаковочку. Одну, да? Да. А квас ваш почем? Медовуха? Другую. Хорошо. Квас 5 рублей, медовуха 10. Ага. Хорошего дня. Подходите. Не забывайте. Нагиски. Нагиски, да. Да, вот. С разных районов. Четыре пасеки, все там. Четыре пасеки. Все нагиски. Ага. Пока другого места не нашли, так что. Экология хорошая. Ну да, там есть горная немножко. Там брошены сады, виноградники, там речка, там лес, там все. Там все получается в купе, это в разные в такой вот разнотравье. Богатые, да? Ну дай бог, дай бог. Богатые, дикие растения. Спасибо, да. Хорошего дня. Так, здесь у нас Благода. Тоже дегустация у Благоды. Можно закусить. 115. Я понял. Пришли покушать, да? А я даже не знала. Не знала, что я. А, там с такого трейлера торгуют сюда. Трейлер-холодильник с продукцией. Ну, мы Благоду как бы берем, но очень редко. На любителя. Так, здесь у нас акватир рыбка вставлена. Решите. 50, 53. Да, 60, на здоровье. Мы вас слушаем. Кубрия. Кимичка. 50 грамм. 44-30. Венгерский пивоваренный. Рыбку взял солененькую, пришел. Пивко купил. Фильтрованное на разлив есть. Не фильтрованное, фильтрованное. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Не понял, почему так мало народу сегодня у вас? Ну, так получилось. Жарко, наверное.
Попозже, наверное, сейчас все закусят и придут. Конечно. Жажда нападет, и все на пивзавод придут. Ну да, да. Хорошего дня вам. Спасибо взаимно. Ну вот здесь уже заканчивается. Наша милиция нас бережет. Так, смотрим, что здесь есть. Консервы. Горошек. Пишите. Хозяйка, что за продукция у вас представлена? Что имеете в виду, что за продукция? Каменский консервный завод. Каменский, да, консервный? Да, Каменский консервный завод. Так, ценники есть на баночку сверху. По виду. Ух ты, как советское время такую банку. Давно уже не видел. Огромная сливовая. 3796 рублей. Огурчики 54. Трехлитровые будут. Малосольные. Сок яблочный. Сейчас с той стороны зайду. Есть очередь. Кукурузка, фасоль, горошек, повидло различные. Яблочное, сливовое, джем абрикосовый, нектары. То что, грибочки или что? По 18,90. Патиссоны. Ага, патиссоны. Прям с машины торгуют, ребят. Ну, продукцию тоже любят. Любят продукцию. И здесь цены чуть-чуть ниже, чем в магазине. На 50 копеек, на рубль. Так, здесь у нас кто представлен? Там персик по 10 рублей с Первомайска. Ага, сейчас посмотрим. А чем виноградик такой? 25. А персик такой красивый? Разного калибра, да? Ну, как собрали, такой есть. Я понял. А откуда вы? Это персик Первомайский. Первомайский. Ну, и Тираспольный, комбинат для продукции. Все пришли что-то купить. Ты уже начал? Приятно вас видеть. А что вы хотите купить? Смотрим. Так вы выбираете? Выбираем, пробуем. Да. Мед уже перепробовали, спасибо. А у меня не пробовали. Давайте обязательно. Почему бы и нет? Берите палочку и спирайте, что вы хотите. Большую банку, маленькую банку, ведро. Давайте нам попробовать майский. Пожалуйста. Да-да-да, почем у вас трехлитровый бутыль майского? У меня его нету. Нету, да? Да. А так 400 рублей. 400. Ну да, последнюю банку было мало. А вот разнотравье. Можно вдруг обратной стороны палочки. Откуда вы, Александр? Рыбница. Рыбница, да? Разберем. Да-да, я понял, понял. Мы же не скинулись, нет. Нет, за килограмм. А вы говорите, что покороче. Я наоборот сказала. Разный, да. Вкусный, спасибо, сейчас пройдемся, а проверяем. А что у нас есть невкусный? Ну, разный бывает. Я понял. Не предупреждал, у нас даже вот такое есть дело. Да, с орешками видел, хорошего дня. И такие пчелы летают. Позитивный. Позитивный Александр. Молодец. Фикс. Терновские овощи. И почем помидорка такая красивая? По 9. По 9, да? Вот все цены, кстати. Прям с машины выгрузили. Здесь очередь тоже.
Ну, говорю, чуть дешевле, чем на рынке, и вот в очередь продают. Так, ну, мы прошлись основное. Здесь у нас масло, золотая капля. Ценник. Рубль дать? Становите, посмотрите ценник. Не, 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 не надо, у меня мелочь. Сопка есть 3 литра, 1,5 литр. Тоже вот мед. Меда много. Так, наша марка. Мясная, колбасная, колбасные изделия. Наша марка это откуда? Тираска. Тираска, да? Маринованная курочка. Красота какая выложена из орешков. Старались, когда делали. И почем вот такая красивая баночка с орешками? Здесь 10 видов орехи, 160, 120. Я вижу, там и фисташечка даже есть, да? Или что там? А, это семена. Ага. Арахис, лесные, вот это кишью, тыква. Вот 10 видов. Внутри акацию, самый дорогой мед, который мне кажется. Что это? Красота. Недешево. 10 долларов баночка такая с орешками. Это что за съемочки? Снимаем вашу продукцию. Да, очень приятно. А вы откуда? Мы город Дубасары. Именно к этому дню мы приехали. Бендеры. Бендеры мед. Первый раз приехали или уже были? Нет, мы постоянно приезжаем, да. И планируем приехать на медовый яблочный парк. В крепости? Нет, на площади он будет. 4, 4. Не будет крепости в этом году? Нет, будет. Будет, да? Будет день вина. Вина, да, виноград. Да, 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 да. И тогда там и мед будет, и все. Нравится вам приезжать к нам, да? Ну, все с каждым годом покупатель становится привилегией. Ага. Наверное, да. Потому что возможностей финансовых нет. Совершенно верно. Все взаимосвязано. Да. Вы знаете, ну ничего, мы Бендеры очень любим вообще ездить, потому что мы начинали в Бендерах. Лет 20 назад мы были одни на вашем рынке здесь. У вас пасека была в Бендерах где-то? Нет, мы Дубасары. Дубасары. Просто начинали продажу здесь? Просто, да. Ага. Нас приглашали на День города. Но мы были одни, не было пчеловодов, не было. А потом начали. Ну вот, да, да, много. Заниматься. Сейчас очень много, да. Да, заниматься. А мы тогда, мы очень давно занимаемся, больше 40 лет занимаемся пчелами. И мы нас приглашали, мы приезжали, нам очень нравилось. Пожалуйста, спрашивайте, подходите. Ну, хорошего вам дня, продажи хорошей. Для нас. Развитие вашего бизнеса. Да, до свидания. Да, да. Так, Тавера у нас здесь. Мишкин мед, это наш местный бендерский парень. Приветствуем, любим. Дарим вам аплодисменты. Продолжаем. Сейчас. Джаз, парканы. Тираспольский хлебокомбинат тоже со своим трейлером, со своей продукцией. Спасибо. Тоже сегодня закрыли там магазин и приехали сюда, да? Не, не, открыто, да? Просто ротацию сделали, да? Небольшую. Хорошего дня. Спасибо, спасибо. Так, ну, обошли практически всех. Показали, что есть. Все, ребят,
всем мира, добра, удачи. До следующей встречи. Смотрите нас, ставьте лайки, комментируйте. Всегда рады. Обратная связь у нас постоянная. До свидания.